Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по проекту «Подарок». Я вчера в него зашла, и у меня закрылся первый уровень. Здесь всего один уровень, и можно кругами ходить, как бы заходить реинвестом в этом проекте. У меня на балансе 17.50. Я их сейчас поставлю на вывод. Так, у меня Pair. Так, прописываем кошелек. Мы кошелек пропишем какой. Так, кошелек. Думаю, еще какой кошелек писать. Так, ладно. Сумма... Что у меня тут? 17. Так, итоговая сумма 17. Так, а что мне надо тогда? Подождите, 17.50. 17. Может, надо подгонять. Комиссию берут. Итог на вывод. Угу, значит, не подходит. Будем брать 16. Так. Точка 0.0. Так, а если я поставлю 50? 16.50. У меня на балансе 17, итог на вывод 17.24. Нажимаю вывести. Ага, 16 или 17. Угу. Ровное число надо. Так, заявка на вывод успешно создана. Значит, у меня закрылся первый уровень. Вот у меня на балансе немножечко осталось копеек, так как... Так, проверить. Полная... Подана заявка. Ну, здесь можно нажать и проверить. Так. Вот так, в процессе обработки. Ну, пусть. Значит, далее что? Идем, куда мы идем? Реферальное дерево нажимаем. Смотрите, у меня доход от тарифа. Все, тариф закрыт. И я реинвестом автоматически пошла опять же в этот тариф. Еще приходит 5 человек, еще у меня будет на вывод 17.50. Что я хочу сказать? Вход очень маленький, 5 рублей. И этот проект подходит для тех, кто не умеет приглашать. Потому что в будущем, как бы, да, есть такие проекты, в котором надо приглашать людей. Ну и вход там тоже, извините меня, нормальный. И вот таким образом учиться приглашать как бы партнеров в проект. По сути, сетям как бы, да? Вот. Ну что, теперь надо проверить вывод. Переходим на почту, нажимаю Pair. 16.00, дата 9.12. Комментарий. Проект работает, платит, все супер. Кому интересно, присоединяемся. Есть чат. Вот здесь можно нажать и присоединиться к чату. Вот. Ну и здесь партнер. Вот у меня такая аватарка, потому что такую аватарку мне не поставить. Я не знаю, тут размер фотографии. Ну какая есть, все-таки не безликая, так скажем. Ну здесь кураторы. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить проект. До новых встреч.